этого семьи, с вами Гулфери, и сегодня вместе с моим папой... Привет, друзья, и сегодня мы будем играть... в Майнкрафт, но точнее, выживание в Майнкрафт с папой. Если вы смотрели наше прошлое видео, то вы уже, конечно же, знаете, то, что мы сходили в каньон, который образовался у нас возле деревни, и нашли там яйцо огненного дракона. Ребята, а дракона выиграл я, потому что я... Папа успел его первым успел приручить, словить рыбы. Я думал, мы там на рыбу играли, и получается, я думал, вот сейчас папе уступлю, а после него дракон поведется на меня. Но нет, Артём, на папу. Артём, посмотри, какой это туман у нас кругом. Видишь, какой закат страшный? Ну, как-то реально. Красный закат. Я первый раз такой закат вижу. Видишь, оно то есть все нормально, текстурки четкие, но бледные какие-то, белые такие. Давай, давай проверим, или пойдем спать ляжем. Нет, давай проверим нашего дракона. Да, пошли дракона. Пошли проверим пока дракона, у нас полная защита, full house, или как он называется? Полный дом. Full armor. Да, поэтому сейчас мы никого... Ой, ой, посмотри, посмотри. Ой, тетка! Тетка ведьма! Опа, все. Все, смотри, мы их двух ударов, да? Ну. Мы их двух ударов успели замочить. Ну, так, закрывай, наверное, с собой дверь, чтобы никто к нам не бегал. Окей. Закрывай. Паучище к нам бежит. Давай с ним разберемся. Все. Хорошо, что у нас все горит. За о, криперок. Криперок. Подожди аккуратно, чтобы ничего не взорвалось. Да как? Я же успел далеко отбежать. Скелетрона замочи. Замочи скелетрона. Стрим-снайпер. Так, все, нормально, отлично. Все, давай, погнали. Забегаем. Ой, так. Что ты зарубил? Мы с тобой вдвоем просто не влазим. Сильно толстые, сильно толстые. А, так. Так, давай. Блин, опять. Вот, они там уже, наверное, на километровой высоты. Мой дракон будет самый крутой, самый лучший, потому что а он... А помнишь, он же типа под водой... Подожди. Что? Подожди. А где они? А они, где? Наверное, спустились. Как? Чего? Подожди. Нету нигде. Не видно. Ты видишь? А их как-нибудь приманить можно? Вроде да, там что они, рыбу едят? Нет, так а, если, мясо, они мясо. Видят, если они видят, то так приманить. Тогда... А, ой, скелетрон на той башне, капец. Ребята, пропали все наши драконы. Он мне упал. Кажется, это неспроста. Это из-за того, что какой-то странный туман на нас опустился. И, возможно, это какое-то предупреждение. Заклинание какое-то. Заклинание. Я знаю, из-за чего это. Друзья, если вы смотрели прошлую серию, вы должны знать, то, что там, где мы нашли яйцо огненного дракона, была записка. Убегай отсюда быстрее, а то придет он. Вот, наверное, пришел этот он. Только кто это вообще такой? И убил всех наших драконов, получается. Он настоящий злодей. А мы рассказывали, что мой дракон боится воды, мой красный да, дракон, лавовый дракон. Же, да, он же, получается, воды боится, а в лаве, наверное, плавает. Может. Ну что, наверное, пойдем спать или куда? Ну, мне страшно бегать, да потому давай что... тут уже поспим, у нас же тут кровать есть. Все, ну, давай да. Тогда здесь поспим или пошли к нам. Да нет, наверное, нет, пошли к нам домой. Нам, окей. Пошли к нам домой. Пойдем к нам домой, и, ребята, сейчас начнется у нас новый день, и в новый день у нас будут новые Блин. Приключения, мы будем выяснять. Ой, опять криперок, только его не взрывайтесь! Давай, оббегим, ушел, оббежим фу. Кругом. Выходим, и выходим. Убежим, убежим отсюда, потому что не хочется ломать наш дом, не хочется ломать нашу наш крепость. Замок. Так, это любимое мое место под капушек. Эй, не смог, я не справился да, с управлением. Ой, поесть и надо. Мне эти дядьки зеленые мешают. И все, я перепрыгнул. О, дверь у нас хорошо. О, смотри, коров доят ночью, стоят и доят коров. Они там гуляют. Гуляют, ну интересно. Гулёны настоящие. Все, я сплю. По ночам давай. Гулять. Сейчас, подожди, я лягу спать и тоже вместе будем с тобой спать. Так, и вот, друзья, мы встали. Что? Новый день. Посмотри, смотри. Как все теперь стало. Посмотри. Туман у нас усилился. У нас даже в доме, посмотри, что творится. Дома туман? Да, точно, зайди. И дома туман. Везде туман. Что это? Нас такое? Окружает туман. Посмотрите, вроде бы ясно, солнце светит, и все равно какой-то туман. Это просто жесть. Ладно, побежали устраивать Пошли. Расследование, где наши дракончики делись. Пойдем мне кажется, поищем. Мне кажется, знаешь что? Что за? Мне кажется, за то, что мы... Типа зашли туда, забрали того дракона, к нам вернулся тот он и наших всех позабирал или поубивал вообще. Капец, он, ты наверное, где? Какой-то это страшный чувак. Ну, наверное, может. О, смотри, горы практически Нет. не видно. Какой туман. Нет, она то есть видно, но белое, белое очень такой силуэт. Белое.
Интересно, как интересно. Облака, а если высоко над ними подняться, пошли на замок, пошли, залезем, да. Посмотрим. Может, высоко поднимемся и будем над, сверху на туман смотреть. Открывай. Будет прикольно. Прикольно. Блин, ребятки, если вы знаете, куда пропали вообще... наши драконы, обязательно пишите. Нет, нет, нет. Посмотри, хотя, блин, нет, нет, горы точно так видны, еле видны, а деревня вообще наша не видна, смотри. Она настолько низкая, то что ее вообще практически не видно. Смотри, капец, это просто жесть, это просто жесть. Чего это такое? Артем, давай спустимся туда, где было логово Оно, где жил этот Оно. А, Това Челика? Да, Това Челика, посмотрим. Блин. Может, он там пришел и что-нибудь колдует? Ну, кстати, возможно, потому что тумана в Майнкрафте, насколько я знаю, вообще у меня вроде никогда не было. Я играл ни разу, то есть, ну, максимум там вечером, может, что-то было. Ну, никогда. Давай, ну, реально, давай сходим, посмотрим, подожди, что там может я быть. Я боюсь, я в тумане в таком боюсь вообще да ходить. Да вообще не видно это ничего. Это капец. Где тут? А, вот уже подожди, уже подожди, подожди меня. Подожди, мне страшно без тебя ходить. Пошли спустимся у начала. Там... Вон, там вода, давай просто а, в воду. Блин, нет, я боюсь, я все-таки боюсь. Пошли. Я прыгнул. Пошли со мной. Да все, тут вода обычная, давай. Подожди, подожди, я боюсь. У, ты посмотри, как тут вообще ничего не видно. А ты какой белый. Ты какой белый. Что? Ты вообще посмотри, ты сияешь. А-а-а, у тебя. Ой, ё-моё. Откуда их столько много? Чё ты так заорал? Откуда их столько много? Вон там ещё криперы. Подожди, подожди, а подожди, а что? Блин, я туда боюсь идти. Там, мне кажется, сильно много. Там, всё просто белое. Сильно много, получается, зомбаков там всяких. Сильно много, раньше их столько не было. Пошли, пошли. Что? Что? Подожди, убегай, 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 текай, убегай, текай. Убегай, как текать быстро, подожди, а кто это такой? Да, откуда я знаю? А почему у него глаза белые такие? Это Херобрин, у Херобрина белые глаза. Херобрин? А что, это, кто такой это Херобрин? Это самый злой человек в Майнкрафте. А что он делает? Ой, я так испугался! Подожди, это... подожди, бежи подожди, быстрее! Подожди, 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 давай посмотрим, он за нами не гонится? Нет, не гонится. Нету? Не, ух, блин, я испугался, это житель был. Подожди, а что такое про... А! Ой-ой-ой! О, боже ой, мой! Ой, он на нас несчастье насылает, смотри! Нет, уходи! Он на нас несчастье, у нас никогда не было этих чуваков! Он из-за тумана здесь появился! Да? Мне все, кажется, ты да. Его прибил! Мне кажется, он из-за тумана... И, ребята, я весь в мурашках! Ох, капец! Подожди, а что за музыка? Что? Ты слышишь, какая-то музыка стала только появляться. Что? Что? Это как? Подожди. В Майне только одна стандартная музыка. Подожди, подожди. И то подожди. Она у нас отрублена. Давай, давай домой сходим, выложим все наши вещи. Погнали. Потому что если что-то пропадет наше, то мы ничего не сможем. Он же убивать нас будет. Ну, по идее, да, это злой игрок в Майнкрафте. Подожди, я когда маленький подожди. Я его очень боялся. Я очень так, много про него чего сундуки, смотрел. Все сундуки заняты. Я, наверное, просто все наши вещи поскидываю. И будем вещи... или сундук. Давай сделаем стой, сундук. Шалкербокс у нас. Выкидывай сюда да? самые... Самые нужные вещи. А такие вот лопату, все это берем с собой. Подводное дыхание я здесь выложу, бутылочку воды возьму. А меч что ты не берешь? Бери с собой меч. А, меч мы тоже же биться брать? Будем, да. Ну, я тогда и кирку возьму, я и седло, воду возьму. Седло сюда положу. Ну все, я больше не знаю, что мне выкидывать. Что? Посмотри! Подожди, что? Тут что? Усилился он еще пришел? Больше туман, нет. Туман! Ты посмотри подожди, на подожди. Это! Капец! Ребята! Ребята, туман день, усилился. День. Подожди, подожди, подожди. Пошли, жители собираются в кучу, посмотри. Что? Они тоже чего-то боятся. Они возле колокола стоят. Давай, давай позвоним в него. Давай потрезвоним. Жители, разбегайтесь, разбегайтесь, разбегайтесь. Прячьтесь, прячьтесь все. Посмотри, как быстро день прошел. Посмотри. Я вообще уже, боюсь, куда уже идти. Закат, посмотри, уже какой закат, смотри, красное. Какой закат. Ладно, пошли быстренько посмотрим, что он там делает. Я не знаю, будем, подожди, будем его убивать или нет. Херобрин, он вроде неубиваемый. Неубиваемый? А что мы тогда будем делать? Не что знаю. Мы тогда будем... Жители, чего вы носитесь? Давайте убивай... Он тут! Он тут! Подожди, подожди! Беги! Подожди, 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 подожди. А он же без оружия. Пошли попробуем его убить. Так он не убивает, хотя давай. Подожди, попробуем. Самое главное, чтобы он когда не, вот не начал нас бить, когда, посмотрите, когда мы... Посмотрите, друзья, вон он стоит. У него нет оружия?
Нет, он меч взял! Что мы будем... Пошли его попробуем пнуть! Он же стоит, ничего не делает! Стой, дай я в него попробую стрельнуть тогда! Подходить не будем! Он не убивает... Пошли, подожди! Насквозь него патроны летят! Ой! Ты меня спалить хочешь! Под себя! В воду беги! Я в воду, вот! А, все! Подожди! Блин, у меня здоровья мало! Отхилься, на, я тебе скинул! Давай! Так. Ой, ты посмотри, как темно стало! Подожди. Вон он! Подожди, где он? Стой! Он двигается! Он идет! Подожди! Что делать? Да я откуда знаю? Давай попробуем его пальцем пнуть! Что именно он будет делать? Иди следом за мной! Подожди, он смотрит на меня. Ты видишь? Я прыгну на него сверху! Давай ты сверху, а я отсюда, нападаем вместе! Подожди! О! Он не бьется! Он бьет меня! Убегаем домой! Домой! Все домой! А, он сзади! Подожди, я его... Так, не вижу! Домой, быстрее! Все, ребятки, убегаем домой! Спать! Быстро! Быстро спать! Все, спать! Спим! Так, фух, новый день! Подожди, туман пропал! Туман пропал, подожди, да, не будем пропал. Выходить, туман пропал! А что, это дождь идет? Да, по звуку дождь! Капец! Ребята, не туман, так дождь! Мне вообще страшно выходить, там же темно! Там вообще темно, там капитально темно! Там тьма! Ну что, давай выходим? Ну давай! Кто первый? Я, давай! А, подожди! Уйди! Закрывай двери! Закрыты! Давай баррикадироваться! Подожди, а как еще? Ой, подожди! А! Шелкербокс, дай заберу! Вот так! Подожди, и кнопку надо убрать! Ой, подожди! Подожди, он от нас не отстанет! А что мы у него яйцо забрали? Я сейчас кнопки сломаю! Он не зайдет! А как ты зайдешь? Давай быстрей! Я нажал, заходи! Все, я сломал! Так, он не заходит? Он меня бьет! Он не заходит, он не сможет зайти. Он открыл! Он умеет открывать двери! Нет! Мочи его! Уйди! Он неубиваемый! Зачем ты меня подпалил? Ой! Нет! Тушись! А как тушиться? Я нас потушил! А я его убью! Подожди! Я возвратился! Подожди, убивай его! Он очень сильный! А он нас бьет? Да! А мы его не можем убивать! Нет. Мы его вообще не убиваем! Нет! Кто опять? Возрождайся, бери! И меня убил! Капец! Он непобедимый! Подожди, а где мой? Так, я его буду кирпой! Я буду кирпой его! Ай! Ты куда ты бьешься так? Он бьется! Блин, я не понимаю просто, как его... Подожди, я убегу из дома. Ой, тут жители идут. Я тоже убегаю из дома. Убегай в наш замок. Убегай в наш замок. У нас, подожди, у меня, я все рейсы, которые успел взять. Убегай на замок, думаю, он нас там не найдет. Будем... Убегай. Попробуем сейчас возрождаться, лечь спать в замке. Попробуем лечь спать в замке. Там можно даже не ложиться, там можно точку спауна поставить. Все. Гроза еще! Гроза! Подожди! Убегай! Ребята, это просто жесть. Просто ужас. Нас преследует Херобрин и какая-то музыка. Так, делаем респаун здесь. Так, да, подожди, встать с кровати. Он у меня! Капец! Я думала, это ты, у вас спины похожи! Он летать умеет! Ой! Я его убиваю! Нет, не убиваю. Он за тобой охотится. Я ухожу! Он меня убил. А, нет, все, я появился, у меня нет вещей. Крипер! Он появился. Подожди, он меня не видит. А нет, видит? Не видит опять. Он, наверное, слепой, у него глаза слепые. Подожди, а что, он меч мне дает? Чтоб я его убил? О, спасибочки. А подожди, что? А кто это такой? Он мне меч дал. Он, наверное, хочет, чтобы я с ним бился. Так его невозможно победить. Подожди, о, мой меч валяется. Подожди. Вот так. Блин. Вот он! Я его вижу, он меня бьет. Скидывай! Он спрыгнул! А, он убежал! Он летает! Он летает! Подожди, нам надо найти укромное место. Давай баррикадироваться где-нибудь, капец. Так как его победить? Все, я его вообще не могу. Мы же не убиваем!
Неубиваемый! Ай, он меня опять... Нет, не убил, не убил, не убил, не убил. Что-то он вообще какой-то косой. Ты не заметил? Он какой-то косой, он не может по нам попасть. Он не попадает. С моим сердечком он убежал. Что? Вот он! А! Возвращается! Аня, он меня убил! Он тебя убил! Ребята, капец, он вообще непобедимый! Чему он нам мстит, ребята, если вы знаете, кто это такой и почему он нам мстит? Это, наверное, помнишь, мы когда заходили туда, там было написано, там, короче, было много трупов, вот этих вот голов, помнишь? Да. И получается, может, это душа одного из них. Друзья, ну это мы, пожалуй, закончим в следующей серии. Мы просто не знаем, что нам делать, мы не можем его убить. Очень вообще странно. Поэтому мы сейчас будем заканчивать, будем ждать ваших советов. Пишите в комментариях, как вы думаете, что нам делать. Не забывайте ставить лайки, чтобы не пропустить больше видео про Херобрина. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Будущее.